Сегодня 13 июля 2022 года. Вот мы находимся на Джанкойском стадионе. Работы на сегодняшний день выполняются подрядной фирмой. Побеседовал я с руководителем, мастером участка. Обещает к сроку 30 октября текущего года стадион будет сдан в эксплуатацию. Если это действительно так, и они успеют, то это радует. Будет для наших ребят из США, из школ города, наконец-то 100-метровая дорожка для сдачи норм ГТО. Ну и, в общем-то, условия для занятий соответствующие всем стандартам, но самые емкие работы на стадионе – это трибуны. Если они будут выполнены к сроку, то будет очень хорошо, мы будем очень довольны. Вот, пока работы идут в соответствии с планом. Вот самое главное – это футбольное поле, ну и, конечно же, беговая дорожка, которая так нужна нашим школьникам для сдачи норм ГТО. Вот. Ну что ж, дождемся 30 октября. Хотя есть некоторые сомнения. Кстати, пошел работник. А я беседовал с руководителем участка, мастером. Угу. Вот, он заверил, что будут выполнены все работы к сроку. Ну, раз заверил. Раз заверил, значит, так оно и будет. Ну, для джанкойцев, я думаю, видеорепортаж этот будет полезен в информационном плане, потому что фото, это фото, а реальная картинка на видео, это реальная картинка. Ну, всем хорошего дня. Не забывайте делать физзарядку и поддерживать свою спортивную форму, дорогие джанкойцы.